Всем привет, друзья! Если у вас будет ошибка E42 и будет моргать вот такая вот восклицательный знак, это означает, что у вас подача газа либо давление низкое, там должен быть 9 атмосфер для метана. У вас низкое давление газа, либо у вас отключили газ, или у вас сработал датчик отключения газа. И после того, как вы уже включили газ, либо газ, давление газа нормализировался, просто нажимаете на кнопку сброса. И уже газ включится, нажимаете, держите, чтобы также пропал вот этот значок ошибка газа, то есть низкое давление газа, либо какой-то датчик. И все у вас будет работать в прежнем режиме. Всем спасибо.